закидай вот эту щебенку, вот эту. Ну грязь она просядет, да и все, тот. Да, слышь, я еще приезжу, а потом заедем. Эту вот яму они оставили, раскопали, оставили, да? Ну не хватило грунт, сколько было, там заровнял. Там еще прорвало, вот рядом, с углом. Вода как поперла, он успел толкнуть, чтобы ко мне в гараж не пошла вода. И уехал. И а теперь что, сами, да, закапываете? Ну, должны были сегодня приехать, там раскапывать. Уже звонили, перекрыли воду на ту улицу, вот поперёд, на эту сторону. Не приехали. Люща без воды сидит. Хорошо, колонка работает. Так. Че, там бабушка выйдет. 10, наверное, в 11. Я вышла и буквально минуты полчаса прошло, прихожу, тут уже вот такой вот путь такой и потекло. И к соседке в огород полностью заливало вообще. Вот продолбили, кое-что тут проложили туда дальше. Вот такая история. Ну, они отремонтировали? Нет, мы закрыли. Нет, нет. Они даже и сказали, что когда еще, значит, будет свободно все это, все слесаря, тогда они сюда придут. Все. То есть у вас сейчас воды нет? Воды нет, да. И когда это будет, не знаю, будем сидеть без воды. Нет, если сейчас открыть, вода будет. Но она опять пойдет по дороге и в огород везде. Пришлось перекрыть воду. По дороге, да, ну вот соседка, вот у нее полностью бабуля одна тут живет, и у нее полностью туда заливало все. Вот текла прямо оттуда вода, текла вода. И вот то, что на мои помидоры, все, которые я ухаживала, на морковь, на чеснок, на лук, все затопило, вода была по колено. Я боялась, как бы, и тут вот это, фундамент, как бы мне туда, не знаю, пошло там, вот, я не знаю даже. Вода стояла кругом, по колено. Вот. И я скорее побежала. Леша, а во сколько это было? Это было, наверное, ну, 10 минут первого было, наверное, вот так вот. Я в окно посмотрела, все блестит. Думаю, господи, что же все блестит-то? Дождь, что ли, прошел? И вышла, и утонула почти. В очке вода вот так и была, по колено. И все, и до самой малины дошло. Это сколько тут метров, я не знаю, сколько воды было. Полно. Не знаю, что такое. Ну, тоже не исключено, что под пол, да, пошла вода в доме? Даже не знаю, потому что вода прям стояла у фундамента, стояла. Потом она ушла, куда она ушла, я не знаю. Вот. Тут еще осталась вода. Это уже четвертый раз, по-моему, да. Или пятый раз. Там одни у нас чопики, как ежик. Начиная оттуда вот и кончая вот теперь вот этой стороной, у нас полностью труба в чопиках. Было еще в последний год. То есть, когда приедут, неизвестно. Неизвестно, нет, они даже не говорят ни даты, ничего. Как будет свободно, тогда и приедем. Все. Весь ответ. У нас была такая же вот вещь, вот тут вот яма была. Они говорили, пусть льет, это не ваша проблема. Это было в прошлом году? Весной. Там было и летом в прошлом году, и осенью, и весной, и вот теперь еще летом опять. Вот такой ответ. Я, правда, не знаю, чем это они мотивируют, тем, чтобы все это вот вода лилась все время. Не знаю. Мне, например, жалко ее. И утром не умылся. Хорошо бы умывальники в летнем туалете. Жопу помыть нечем. Да жопу, ладно, можно хоть вымыть. За руль садишься. Воды нет, да, у вас вообще? Воды нету. 10 дней воды вообще нету. Колонка не зажигается. Позвонил в Горгаз, они говорят, когда вода будет, отрегулируем колонку. А потом ковырялись позавчера. Раз колонка зажглась, оказывается, давление прибавилось. Давление, как давление прибавилось, заработали. А сейчас хоть чуть-чуть шло. Ну да. Мы в душ набирали, хоть в душе купались. Ну, а сейчас вообще вторые сутки как-то нет. Говорю, позвонили, как? Они говорят, кроме вас еще у других есть. Ну, тут не люди, Поливановка, говнюки же. Да, тут вон, да. Вчера у соседки будем через весь два огород дня затопило. Ваша весь огород. Придет. Моркошка, завтра помидоры, все. Завтра пойду бриться на работе. Вот, что, сейчас чай попью хотя бы. И вот куда вы ходите с баллонами? Вот колонка там. Вон. Колонка есть там, говорят, вода есть. Сейчас пойду посмотрю.
Хорошо пустыни Сахары. У нас Волга, говорят, переливается. Сбросить нельзя. И вот так всей улицей ходите за водой, да? Ну, да. Все ходим. А что делать? Вся идет вот за водой. О, било. Соседка тут до 3 часов ночи стоял, лопатой вон снеговой отчерпывал. Жалко урожай-то. Да. Вот так. А тебя-то так.